Этот турнир проводится уже в шестой раз. Он посвящен памяти мастера спорта международного класса, генерала-лейтенанта милиции Владимира Иосича Панкратова, легендарного спортсмена, неоднократного победителя всесоюзных и международных состязаний, который много сил и энергии отдал развитию этого замечательного вида спорта. С каждым годом турнир набирает все больше и больше силы и обороты, и делается все значимее и значимее. Потому что муж мой, Владимир Иосифович, был настоящий спортсмен, настоящий самбист, настоящий человек и настоящий мужчина. Спасибо всем большое. Согласно протоколам мандатной комиссии турнира, в борьбу за награды вступили 185 спортсменов из 15 подразделений столичной полиции. Среди участников 4 заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 35 мастеров и 17 кандидатов в мастера спорта. К началу финальных схваток напряжение на борцовском ковре достигло особого накала. Исход единоборств порой решало 1-2 очка, но не обошлось, разумеется, и без красивых, чистых побед. Как и любой другой вид спорта, развивающий нормальный и пропагандирующий здоровый образ жизни, этот вид спорта помогает сотрудникам органов внутренних дел правильно и квалифицированно и грамотно выступать на защиту чести и достоинства граждан Российской Федерации, москвичей, гостей столицы, в том числе позволяет нормально и достойно выйти из противоборств с противником. В подготовке и проведении турнира самое непосредственное и деятельное участие, кроме сотрудников ГУВД по городу Москве, приняли как муниципальные власти, так и общественные организации, такие как спортивное общество «Динамо» и столичная федерация «Самбо». Представители организаторов вручили заслуженные награды победителям. В командном зачете у женщин верх одержали спортсменки УВД по северному кругу столицы. Серебро досталось самбисткам службы вневедомственной охраны. На третьем месте сотрудницы управления по охране общественного порядка. Чемпионом турнира среди мужчин в командном зачете стали борцы из УВД по центральному округу. На второй ступени пьедестала спортсмены управления охраны общественного порядка. На третьем месте бойцы центра специального назначения Главного управления МВД России по городу Москве.